Ну, наконец-то, видимый результат. Потому что столько было подготовительных работ, столько всего делалось, ну, а лежали просто какие-то железяки, которые, я думаю, вам вообще слабо напоминали. Вот эта часть, это будет ставиться в сейф, наружная кожушка. Она будет крепиться в закладные в сейфе, все как полагается. Вот этот сейф будет сюда вставляться внутрь. А между вот этим и этим слоем еще шведская сталь Armax. Всего 5 сантиметров будут боковые стенки и передняя стенка. Две 4-сантиметровые плиты обычного металла, 5-миллиметровая каленая пластина на всю дверцу. Вот она между плитами идет, сплошная на всю дверцу. И кроме этого, еще одна каленая пластина вот сюда вкладывается. И вот эта крышечка еще наваривается наружу. И таким образом здесь получается 12 сантиметров. Обычного металла плюс каленого. Вот такие вот немыслимые ригели. Они будут ворониться, чтобы получить глубокую пропитку маслом, чтобы их не надо было не смазывать ничего. Они пройдут процесс термообработки, воронения. Тут тоже под ригеля пазы выфрезерованы. Остались, в принципе, только малярные работы, самое такое уже, самое простое, можно сказать.